Здравствуйте! Сегодня я помогу вам выбрать детское кимоно для вашего ребенка. Я расскажу вам о детском кимоно для дзюдо в возрасте от 11 до 14 лет на примере кимоно Fighting Films модель Red Label. Кимоно должно быть легким, прочным, красивым и стать лучшим другом вашему ребенку. Кимоно состоит из трех частей. Верхняя часть, нижняя часть и пояс. Легкость и прочность кимоно зависит от его плотности. Хорошее детское кимоно шьется из 100% хлопковой ткани. Я рекомендую покупать детское кимоно с плотностью до 500 грамм. Кимоно с меньшей плотностью легко порвется во время тренировок. Кимоно с более плотной тканью станет кольчугой для вашего ребенка. И это помешает правильно овладеть техникой дзюдо. Я рекомендую покупать штаны от кимоно на резинке и с завязками. Обратите внимание, у хорошего кимоно обязательно штаны в области коленок усилены дополнительной тканью. Это сделано для того, чтобы штаны быстро не рвались. В комплект хорошего детского кимоно обязательно входит белый пояс. Я рекомендую покупать детское кимоно с запасом в росте. Например, у вашего ребенка рост 120 см, значит кимоно надо брать 130 см. Наши дети растут очень быстро, и поэтому запас в росте необходим для длительного использования. Вопросы можете оставлять в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был эксперт дзюдо Роман Карасев. До новых встреч!